побольше мяч контролировал и раскрывался. Вот как сейчас. Луис Суарес на перехвате и решай. Месси 1-0. Вот с чего пришел этот гол. Вот с чего пришел этот гол. Очередной голевой пас. Одно подтверждение. Суарес пошел до конца. Отбирает, выцарапывает мяч. Даже не пришлось кусать Матео Мусаки Луису. И аккуратненько не пожадничал. Суарес выкатывает под левую ногу Месси. А это приговор. Вот из такой ситуации, из такого положения это приговор. И никакой Асенхо, никакой Буфон, никакой Джо Харт такой удар не потащит. 1-0. Барселона выходит вперед. И этот гол Вильярреал привез себе сам. Вот только-только из серии немножечко о себе. И вести борьбу на втором этаже. Снова Дос Сантос. Хорош пике. Выиграл верховую дуэль. Здесь ему еще и помогает Матьё. И контратака не получается у Барселоны. Месси. Надо вступать в борьбу. Ничего. Вступать, посмотрите. Вот видите, Месси посмотрел. Тригейрос пробил. Терштеген. Ну ты что? Такие мячи вратарь Барселоны не имеет права пропускать. Кулаками над головой, да, между ушей, да, мяч вильнул. Но Виктор Руис 15-й и Матео Мусаки 5-й, это центр защиты. Справа Марио Гаспар 2-й, слева Хао Микоста 18-й. В центре полузащиты Томас Пина 4-й и вышел на замену. Теперь уже автор забитого мяча. Момент 2-1. 2-1. Барселона. Дайте же состав назвать Вильярреала. Хотя кому и тайма. Забил Иньеста наконец-то свой первый мяч в сезоне. Здесь хорошая двоечка Иньесты и Луис Суареса. И мяч аккуратненько так вываливается под левую ногу Иньесты. Уже отыгран Серхио Асенхо. Он зачем-то побежал на преимущество каталонцев, хотя у Вильярреала точно их было три. Жерард Пике. Жерард Пике головой. Тот редкий случай, когда... И Пике, выиграв борьбу у Мусакио, в ближний угол пробивает Асенхо. Смотрите, Мусаки уже потерял пике, потом не смог его удержать, хотя активно помогал себе руками. И видел здесь все это арбитр, но в нужной точке поймал мяч Жерард Пике и головой вот нашел Жорди Альбу. Иньеста, Луис Суарес, Месси. Рукой сыграл, да, пенальти. Рукой сыграл игрок Вильярреала из Москвы, это было видно. Асенхо недоволен. Недовольны обступившие арбитра игроки Вильярреала. Но желтую карточку получает кто? Тригейрос. Еще и я же сказал, что будет листопад желтой карточки. Мусакио, хотя по титрам нам дали Виктор Руис, но это был Мусакио. Смотрите. Ну, конечно. Рукой. Не здесь, а вот в первом случае, когда Месси пробрасывал себе мяч, Мусаки, вот, видите, рукой движение сделал. И великолепный обзор был у Эрнанца Эрнандеса. Зоркий взгляд. Неймар не забивает. Не угол, но на месте Серхио Асенхо. Сам себя, по-моему, перемудрил и переиграл